Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств 2 дня назад в 15:33 просмотров 2253. Минобороны и МИД России высказывали претензии в адрес организации по запрещению химического оружия ОСХА. На совместном брифинге представители двух ведомств привели примеры недобросовестного расследования случаев применения химоружия в Сирии. К примеру, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что миссия ОСХА, работающая в Сирии, нарушает положение Конвенции о запрещении химического оружия, серьезные обвинения. МК попытался разобраться, что за ними может последовать. Фото facebook.com Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW. Российский генерал считает, что расследование часто носит дистанционный характер. То есть сбор информации ведется без выезда специалистов ОСХА непосредственно на место возможного применения химоружия. А это прямое нарушение положений Конвенции. В результате таких опосредованных расследований в докладах ОСХА сплошь и рядом встречаются такие слова, как «вероятно», «можно предположить», «возможно» и тому подобное. Лексика недопустимая для серьезного документа, который должен быть основан на неопровержимых доказательствах. В результате, делает вывод российский военачальник, пренебрежение миссии стандартами ОСХА привело к противоречиям, нестыковкам и подтасовкам фактов в докладах по результатам расследований. К тому же эти безосновательные выводы носят ярко выраженный антисирийский характер. В качестве примера генерал Кириллов привел материалы расследования химического инцидента в Хан-Шейхуне. По заключению ОСХА, воронка, якобы от авиабомбы с химической начинкой, должна была доказать применение химоружия именно войсками Асада. Поскольку, мол, у террористов нет авиации, а у Дамаска есть. На самом же деле, заявил генерал Кириллов, подробный анализ доклада миссии ОСХА по итогам этого инцидента, говорит о том, что воронка была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Более того, сказал Кириллов, еще до завершения расследования воронка была поспешно зацементирована. В фальсификациях подобного рода российские МИД и Минобороны обвиняют США, Великобританию, Францию, которые, по словам генерала, вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. При этом такие инсценировки преследуют цель обвинить сирийское руководство в нарушении Конвенции по химоружию, а Россию в содействии этому. Именно поэтому, считают в руководстве обеих российских ведомств, есть опасность, что и очередное следствие по апрельскому инциденту в сирийском городе Дума, которое велось на основе точно таких же псевдодоказательств, снова закончится стандартными обвинениями в адрес Асада и поддерживающей его России. По данным Минобороны России, одним из наиболее резонансных и широко растиражированных эпизодов является провокация, устроенная белыми касками, не раз уличенная в фейковых новостях правозащитная организация. МК и их покровителями 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, где впервые был отработан сценарий с имитацией применения химического оружия. Американцы, используя как предлог данную провокацию, не дожидаясь начала расследования и тем более решения Совета Безопасности ООН, нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права. В организации фальсификации химатак западные страны активно используют организацию «Белые каски». В этой связи российский эксперт задается вопросом, является ли нормой то, что единственными источниками доказательств становятся оппозиционные неправительственные организации «Белые каски», сирийско-американское медицинское сообщество, сирийский центр фиксации химических нарушений, и это при том, что «Белые каски» — пособники террористических организаций «Аль-Каида», «Джибхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Ислам», запрещенные в РФ структуры. МК, все эти организации, и это официально признанный в мире факт, давно сами сознались в применении химического оружия.
В апреле 2018 года в сирийском городе Думы во время изучения нашими специалистами ситуации на месте, в отличие от представителей ОСХ, была обнаружена целая химлаборатория и склад химикатов. Обращаем ваше внимание, что отдельные части установки и реактивы изготовлены в странах Евросоюза и Северной Америки, сказал Кириллов. Фактически, считает генерал, спектакль с применением химоружия в Думе 7 апреля 2018 года был воспроизведен по сценарию, отработанному белыми касками в 2017 году в Хан-Шихуне. А потому тщательный анализ, проведенный российскими специалистами всех этих случаев, дает, по мнению Кириллова, все основания сделать однозначный вывод. Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств. Российская Федерация, заявил представитель Минобороны, всегда старается оперировать конкретными фактами и аргументами, в то время как наши западные оппоненты обычно уходят от предметного разговора и отвечают лозунгами, обвиняя Россию в том, что она подрывает авторитет и репутацию ОСХ. Напротив, Российская Федерация заботится о репутации ОСХ, стремится помочь этой организации преодолеть системные сбои и недостатки, не допустить политизированности и предвзятости в ее работе, и с этим трудно не согласиться.